Луганский государственный университет имени Владимира Даля провел конкурс, посвященный Дню российской науки, для слушателей Центра довузовской подготовки и профориентационной работы. Ребята представляли свои работы в 4 номинациях. Позвольте мне представить мою научную работу на тему «Преступность среди несовершеннолетних». Преступность среди подростков на сегодняшний день – это одна из самых актуальных проблем, стоящих перед обществом и в государстве. Подготовка материалов для научного исследования на актуальную тему и творческого задания по созданию презентации, посвященной проблемам современной науки, стали полезным опытом для участников мероприятия. Из всего сказанного запомнилась проблематика современной науки. Просто очень удивительно, что детки, школьники настолько глубоко прониклись тематикой именно нашей науки, выявили столько задач, столько каких-то проблем. Может быть, даже мы не всегда эти проблемы знали, а наша молодежь уже их выявила, и уже она нам их рассказала. И уже, я думаю, что мы будем сидеть и готовиться к тому, чтобы как-то эту проблематику теперь решать. Почему? Потому что вот эти эссе на тему, почему я выбрал свою профессию, у нас уже они были. А вот про науку это мы вот сделали такой вот новинкой. Но я думаю, что у нас все получилось. Ребята выступали с работами, выполненными в номинации эссе на тематике «Город будущего» и «Почему я выбрал эту профессию». Город будущего. Мой город Луганск. Здесь иностранец Карл Гаскоин оставил весь свой капитал. Здесь под покровительством Ворошилова город рос и расцветал. Луганск. Город Брумеля, Брызгина, Матусовского, Стаханова и Голубовича. Город со славным прошлым. Будущие архитекторы, программисты и энергетики смогли показать свое видение профессии и с искренней радостью говорили о том, что они хотят работать на благо Луганской Народной Республики. Да, я поступаю на юрфак, и эти курсы, возможно, помогают нам более понять, на кого я хочу пойти, на свою профессию, определиться все-таки в жизни, найти цели. Ну, она помогает в поступлении. Но не в самом понятии электроэнергетики, но основы математики входят в профессию электроэнергетика. Конкурс для слушателей подготовительных курсов такого формата проводится не впервые, но каждый раз участники удивляют и убеждают в том, что будущие студенты Луганского государственного университета имени Владимира Даля будут профессионалами своего дела.